Дорогие радиослушатели Финам FM, я Наталья Медленна, ведущая прямого эфира «Своими словами» по утрам. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Для меня этот год, год лошади, крайне важный. Моему старшему сыну исполняется 24 года, и для него это новая фаза. Пусть и для вас этот год станет удачным, пусть этот год станет для вас годом новых открытий. Он не разочарует вас, он принесет вам новую энергию. А если впереди вас поскачет три коня, он будет особенно удачным. Оставайтесь на Финам FM и помните, вы еще и под телевизионной защитой.